Получается, у нас тут два блюда сразу, да? Первое и второе. А? Это как? Первый раз вижу такое. С большой поела, теперь с маленькой. Кормим пока ее отдельно, чтобы никто там не толканул, не отнял. А не дай бог там какая-нибудь драка произойдет или что-нибудь, потасовка. Ей сейчас это не нужно. Хотя уже прошло 4 дня с момента операции, но все равно еще надо поберечься. Кать! Катя! И чего мы не доели? Это что? Что за звук был? Звук благодарности. Кать, да? А что там у нее два блюда? Почему? Ну, я дала там. Курточки лежали чуть-чуть. Бульончиком. Прихожу, смотрю, она с большого поела. Ну, потом... я ей дала, помыла. Ты ей, короче, это самое... Первое, второе получается, да? Да. Ясно. Ты моя девочка. А то я что-то стояла, скопчала. Подожди, я постельку заправляю. Иди сюда, Рада. Рада. Пойдем со мной. Иди, Рада. Иди, Рада. Иди. Пойдем. Пошли. Подкушала. Иди ко мне, я тебя сейчас подниму. Полежишь со мной на кроватке? Только не прыгай. А, давай. Ну, подними. Не, она сейчас, подожди, в ванну пошла. Ну, что ты хочешь тут? А, тут теплые полы. Давай, полежи. Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Вот, хожу за Радой. Она просто на улице была, бегала в туалет, потом пришла, подкушала, а теперь пришла лапки клеить. Ну так вот, все мы соображаем, что делать и как. Ну что, оставайся здесь, тогда грейся. Я хотел тебя поднять на кроватку. Она всегда, когда замерзнет, идет сюда. А у нас весна потихонечку. Хотя на улице минус 5 и ветер. Но все равно уже солнышко, видите, как светит. Ну что, согрелась? В раздумье, что делать? Идти туда? Или остаться здесь. Ну что? Пошла. Иди, поднимай ее. У нас подъемник персональный. Но запрыгивать не разрешаем ей пока. Кать! Ты где? Что? Ну, поднимешь ее? Иди сюда. Моя девочка, иди. Вот так, во. Давай. Персональный подъемник. Погрела? Погрела лапки, да. Ложись. Все, давай, отдыхай. Ну? Хочешь, на какую хочешь подушечку? Вон, их две. Давай.
Ну, прикладывайся. Она может так и стоять полчаса, стоя. Ну все, мне надо выключать ролик. Снял репортаж о твоем завтраке и все. Такой маленький, короткий, нехитрый ролик. Вот тебе со всех сторон сниму.